Мене говорять, телеграм-канали повідомляють про те, що на Ростовській АЕС радіаційна аварія, відбувся викид в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до 1,5 мільйона кюрі. І радіоактивна хмара рухається вглиб країни у бік Саратова. А уряд при цьому Російської Федерації все це ретельно приховує. Як ви вважаєте, якщо приховує, то знову ж таки, яка причина, чому, які це може все це мати наслідки, і не тільки в принципі так для території Російської Федерації, а й для режиму кремлівського? А дело в том, что они боятся это показать, так как это полностью нивелирует потуги Москвы, так сказать, махать ядерной дубиной. Почему? Вот вроде как разные направления, а реально это одно и то же. Любой механизм или так возможность только, или только мысль применить какое-то ядерное оружие по Украине приведет к тому, что наша разведка доберется до более чем десятка ядерных станций российских. И вот представляете, что будет, если, допустим, наши станции Малюка-Буданова лягут на российские атомные станции. А вот будет вот то, что сейчас произошло по Ростовской. Дело в том, что смещение воздушных масс в нашем полушарии, или, по крайней мере, в тех широтах, где мы находимся, и Россия, кстати, в том числе, движение воздушных масс таково, что все, что будет взрываться на российских атомных станциях, оно ляжет на Россию. Оно все уйдет, даже Чернобыль, когда взорвался, куда все пошло? На Беларусь, на Брянск, в основном как раз на северо-восток эта туча ушла. И та же самая картина вот по Ростову. Куда пошло? На Саратов, то есть пошло на восток, на северо-восток. И та же самая будет картина со всеми этими десятками, там 11, 12, там, если они начнут взрываться. И они начнут однозначно, в конце концов, у нас хорошие специалисты есть для того, чтобы, так сказать, свободный атом освободить на той территории, с которой по нам может прилететь тоже ядерное. Потому как раз понимая эти процессы, Путин никогда не нажмет на красную кнопку, потому ядерного апокалипсиса точно не будет. Но вот такие техногенные катастрофы, а это уже техногенная катастрофа, почему она такая? Механизм работы атомной станции таков, что у них нет возможности гонять стержни, атомные реакторы. То есть их вводят на определенную мощность, полностью их сразу отключить невозможно. Да, там есть механизм аварийного останова, когда задвигаются в тело реактора стержни и уменьшают количество, то есть реакцию производимую. Но не остановишь быстро тот же генератор, то есть, а особенно обратные процессы, это когда нагрузка, допустим, как-то прерывается, уничтожаются распределительные станции, уничтожаются, некуда девать электроэнергию, тогда идет такой обратный удар практически сначала по генератору, который ложится, а потом, естественно, по реакторам, которые некуда тепло сбрасывать. И вот как раз вот это тепло лишнее, может быть, это, не знаю, пара или еще что-то, идет выход в атмосферу, идет сброс, а дальше это радиоактивная пыль или радиоактивное облако уходит опять же куда? На восток оно пойдет, потому что передвижение воздушных масс именно такое и есть. И проблема у россиян, они до сих пор не поняли, во что они ввязались. Они ввязались в войну со страной, которая может дать сдачи, причем дать сдачи такой, что у них даже в мозгах такое может не сложиться. Мы же украинцы очень такие, можем придумывать, то есть креативно мыслить, креативно выполнять боевые задачи. Мы смотрим, как выполняют задачи Малюк-Буданов. Станции Малюка-Буданова отлично выполняются. Это вот сейчас пошло в интернете вируситься такое видео интересное, как хуситы Беком без экипажным катером жахнули по танкеру. Это довольно эпическое видео. Главное, чтобы Малюк-Буданов его не посмотрели, потому что тогда этому российскому всему танкерному флоту можно на нем ставить крест. Романе Григоровичу, традиційно три блиц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, збиття балістичної ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» над Одеською областю – це знакова подія? Да, это можно сказать, что как минимум еще один комплекс, который к нам зашел, это может быть «Патріот», может «СМТ», неважно,
он уже развернулся и закрыл еще один областной центр. Причем не просто областной центр, а еще и портовые структуры. То есть это усилило нашу позицию на море. Тогда непонятно, зачем нам эта зерновая сделка. Вот вопрос к этим канцелярским крысам, зачем вы проталкиваете зерновую сделку, давая возможность россиянам безопасно себя чувствовать на море, Черноморскому флоту российскому, и зачем связываете руки Малюку и Буданову по работе в Черном море. То есть есть вопросы, очень много вопросов как раз к исполнительной власти. Я уже сколько раз об этом говорил. Она уже засиделась, шестой год пошел. Они уже, а тем более по жаре, скорее всего, перегрелись на жаре, их надо уже менять. Для этого не надо выборы, для этого надо политическая воля тех избранных слуг народа, которые были когда-то избраны. Вот и все, меняйте исполнительную власть. Они уже не туда едут однозначно, подсовывая, генерируя бестолковые эти речи Верховному и втаскивая вот в эти сделки зерновые в том числе. Все, можно сказать, Одесса закрыта. И надо порадоваться за одесситов, потому что мы неоднократно об этом тоже говорили, и на очереди ждут другие города. То есть у нас есть еще Херсон, Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, многострадальный Харьков, его надо закрывать, но по Харькову там надо комплексно работать и на земле, и в воздухе, ну, естественно, и разворачивать зенитно-ракетные комплексы. Ситуація на полі бою була б однакова, незалежно від того, хто головнокомандувач? Нет, конечно, нет. Дело в том, что сам главнокомандующий – это не фамилия, это целая группа лиц, которая – это команда. То есть главнокомандующий – это команда. Вот с главнокомандующим Залужным ушла команда больше 15 генералов. Естественно, новая команда пока заходит, есть время, то есть есть лаг определенный на перехват инициативы, восстановление системы управления, новые видения. Иногда новая команда слетывается, я так скажу по авиационному, слетывается несколько лет, ну пусть в боевой остановке несколько месяцев, а так до года. Потому смена команды, допустим, даже дело не в фамилиях командующих, а это команда, еще раз, это командная работа. Не один человек принимает решение. Это целый вот генералитет, это больше десятка, больше полутора десятков генералов, которые как-то ориентированы на командующего, и с ним приходят и с ним уходят. Так вот, именно смена команды с одной на другой всегда ухудшает, и стартово всегда ухудшает управление. Потому, а вот дальше это может быть, конечно, восстановиться, то есть, ну это опять, это время. Почему говорят, на переправе коней не меняют? Вот есть такие законы, которые нельзя нарушать, иначе будет большой провал. Вот мы провал этот видим. 30% причин, то есть треть причины общей того, что мы сейчас отступаем конкретно по Востоку, это как раз неправильное, неграмотное принятие решения на смену команд. Еще 30% недостаток сил, средств для этого, для удержания россиян. И 30% авиационная компонента россиян. Они включили механизм работы КАБов. То есть это как раз та компонента, которая дает превосходство практически любой армии, если она у нее ее работает. Украина має чудову стратегию війни, як, зокрема, говорять деякі натівські генерали. Так и есть. Вот то, что натовские военнослужащие, генералы говорят и прописывают, так сказать, стратегия, а мы с вами тоже как-то, ну это даже не стратегия войны как таковая, это то, что прописано как основные формульные действия любой армии, которая обороняется. То есть первая задача любой, мы с вами сколько это говорим, второй год как минимум, первая задача любой армии, которая обороняется, уничтожение армии противника, освобождение территории – это следствие выполнения первой задачи. Так вот, именно в этом контексте мы сейчас и работаем, и натовские генералы тоже об этом же и говорят. То есть для нас сейчас основная задача – удержать там, где это возможно и удобно, линию фронта, сосредоточившись на уничтожении российской армии. Она не бесконечна, кто бы что ни говорил. Уже они вышли на конечные цифры по производству и использованию боеприпасов. В этом году максимум в начале следующего выйдут на конечные цифры по технике.
поднятой из мест хранения или произведенной. И вопрос так же само будет решен и по авиации, когда у нас появятся дополнительные средства поражения. То есть та же самая проблема. Поэтому для нас важно как раз уничтожение, вот именно большие цифры уничтожения российской армии. Больше тысячи россиян, то есть это больше 2 батальонов в сутки мы минусуем. Это серьезные цифры. Вот так, не говоря уже о десятках боевых бронированных машин. Об этом как раз вот генералы и говорят натовские. И так надо двигаться. То есть у нас стратегия, ну, из-за того, что мы обороняемся. В этом смысле можно так старым высказыванием сказать. Наше дело правое. Мы обороняем свою землю от захватчика. И у нас задача его уничтожить. У нас есть эти возможности. У нас есть и свои возможности, внутренние в том числе. Но они сейчас не могут быть использованы, так как надо было раньше ими заниматься, придется растягиваться по времени, долгую. Если с помощью наших партнеров, и они эту помощь будут оказывать, то уничтожение российской армии пойдет быстрее, и за определенный короткий период мы можем это выполнить, но только с помощью наших партнеров.